Еще вот это вот. Национальный дом. Да, дом Турадян. А как он выживает в землетрясении? А, хорошо, потому что деревянный. А, деревянный? Это себе болит. А да. Можно подняться, даже посмотреть туда. Тут не только парк птиц, тут еще и достопримечательность. Можно подниматься туда, сову посмотрите. Сову? Сова там есть, классно. Так, пойдем. Саваканда. Так. Пойдемте, пойдемте. Говорят, землетрясение очень даже прекрасно. Боишься, а что там? Прямо что-то пластмассовое. Так. Ты боишься, ты с нами хочешь? А ты чья девочка? Мы ведь сейчас уйдем. Ой, тут темно. Темно, не так не видно. Да. Тут птички. А где вот тут кто? А, вот ты кто? Ты кто? Орел или что это? Кто это? Я орел, да. Да? На орла похоже. Красиво. Так, а тут кто? В этой клеточке я вообще никого не вижу. Смотри, это сова. А где она? Спряталась сова. Да, так, так. Идем дальше. Это, наверное, там второй этаж, да? О, какая красота! Ребят, это просто прям шедевр. А все? А там же больше этажей-то. Так. Это кто? Цапли? Ну, какие-то такие похожие. Да. Цаплевидные кто-то. Слушай, смотри, беленькая, беленькая внизу. Ой, какая красотка, слушай. Павлиниха? Или нет, как ее называют? Нет, кто это? Знаешь, цезарка какая-то, вот как королевская какая-то. Это, блин, белоснежная. Да. О, ребята, красота. Ты нам хвостик, пожалуйста, распуши, дамочка. А может, и не дамочка. А может, и не дамочка. Да. Да, вид сверху завораживает. Здравствуйте! Здравствуйте, здравствуйте! Вы на моем ютубе будете 80 раз за день. Мы с вами постоянно встречаемся, классно. А вот там кто вот такой ходит? А, это и есть она, Цезарочка. Я надеюсь, вы не против, Ириночка? Фламинго, там, да-да, там фламинго. Вообще классные. Красные, привет. Там где-то фламинго, как туда пройти? Смотрите, их там сколько много. Я сейчас найду туда дорогу. Вот, наверное, вход. Орать команды не было. Так, там нету входа. А как? Стороны, да? Да? Ладно. Там без страх и вид красивый. Да. Супер. Хочется туда попасть, конечно. Тут. А вот, девочки, смотрите, как здорово. Красавчики. Я хочу подождать. Толпа фламинго. Я хочу подождать душ. Ой, никогда бы не подумала, что я смогу такую толпу фламинго увидеть. Это круто. Фоткай Ирину нормально. Ирина, давайте я вас нормально сфотографирую. Мне не надо, мне нормально, я потом перещу. А. Ракурс. Вообще, такая красота. Шикарная фламинго в московском зоопарке. Ярко-ярко розовая. Вы там еще сзади какие-то скакалками. Вот я их показываю. Какие-то цапли. Ага. Ой, красота. Сейчас видео.